В регионе гуляет бешенство. Это опасное инфекционное заболевание. Сразу три района признаны неблагополучными – Везняковский, Петушинский и Кольчугинский. Недавний случай произошел в Коврове. Домашнюю кошку, которая покусала родственницу своей хозяйки, пришлось усыпить. Отметим, что за прошлый год болезнь была диагностирована у 26 животных, 12 из них – лисы. Уморми карантин по бешенству продлится до 28 июля. Он был объявлен в начале лета в связи с нападением бешеной лисы на домашнюю собаку во дворе частного дома на улице Московской. Как отмечают специалисты, единственный способ обезопасить своих питомцев – это своевременно и регулярно их вакцинировать. Сейчас лето, наступает, значит, период отпусков. Уделите своим питомцам время. Приедьте к нам на ветеринарную станцию, привейте свое животное, чтобы быть спокойным, что целый год оно вас привито, имеет иммунитет и как бы не заболеет бешенством. На ветеринарной станции вакцинации проходят по вторникам и по пятницам с 8 утра до половины четвертого. Вакцинации бесплатные. Значит, вакцинируем кошек и собак совершенно бесплатно. Вакцина Робикан.